Здравствуйте. Вошла в продажу квартира в сданном доме, жилой комплекс «Юный», шестая очередь. Я вам сейчас показываю коридор, какой классный, плитка, потолок «Армстронг». И вот сейчас покажу вам квартиру. Ну, во-первых, на входе, при входе в квартиру нас встречает хорошая металлическая дверь. Менять ее совершенно не надо. Квартира однокомнатная, где-то 26,6 квадратных метров. Ну, как бы меньше 30 метров, сейчас считается студия. Можно сказать, что студия, но кухня отделена все равно отдельной стенкой. Вот мы входим. Состояние, как вы видите, от застройщика. Ну, с правой стороны 14 метров комната. Так как это, ну, как бы квартира-студия, в комнате в этой нет как такового коридора. Но многие ставят здесь отдельную стеночку, выделяют коридорную зону. То есть это я вам, в принципе, подскажу, как бы, как можно сделать, как я видел, такие квартиры как бы улучшают. С левой стороны санузел. Санузел вполне такой адекватный. Входит и унитаз, и ванна. Стиралку можно поставить. И умывальник, соответственно. То есть, ну, как видите, счетчики не горячие на холодную воду. Это, в принципе, в короба все уберете. Вот тут вытяжка. Идем с вами как бы дальше. Окна ПВХ. Это у нас отдельная 6-метровая кухня. В кухне что? Газовый счетчик, ну, то есть батареи, соответственно. И это, ну, трубы под умывальник, да, под слив, все тут есть, ну и, соответственно, вытяжка тоже тут есть. Так, идем с вами дальше по квартире. Так, продолжаем. Сейчас я как бы вот на этой лоджии, около 3 квадратных метров, вот это вот окно и дверь с кухни, да, представляете, да? Лоджия, я считаю, лоджии, балконы очень важны, мало ли там дети. Сушить вещи где-то надо. Вот это как раз вот это самое место. Сейчас вам покажу, какой вид у нас получается с лоджии. Так, это двор жилого комплекса «Юный». Кто знает, кто ориентируется перед нами, это жилой комплекс «Юный», пятая очередь. А мы находимся с вами в шестой очереди. Это, в принципе, один дом. Просто разные очереди строительства. Получилось даже, что у них разные адреса. Если купите здесь квартиру, вот смотрите, такая интересная дворовая территория, вашему вниманию. То есть вот для детей, пожалуйста, детская площадка, спортивная площадка, баскетбольные кольца и футбольные ворота стоят. Как вы видите, двор закрытый. Вот сейчас вот машина будет выезжать, а та заезжать. То есть, соответственно, у жителей пульты, открыли, заехали, открыли, выехали. Когда заходите, тоже по домофонным ключам заходите на территорию, на дворовую территорию вот этого жилого комплекса. Считаю, это очень удобно. Так, что вам еще рассказать? Ладно, пойдемте, походим по помещению, что-нибудь вам еще порассказываю. Так, смотрите, в принципе, красивая, небольшая квартира, цена ее достаточно конкурентоспособна на рынке. То есть подобные квартиры здесь продаются дороже. Но это вы как позвоните. Ну ладно, идем дальше. Буду вам рассказывать еще дальше. Так, показываю вам дальше. Я сейчас стою на территории вот этой комнаты. Вот у нас с вами здесь вход отдельно в кухню. Здесь у нас получается санузел. Здесь получается входная дверь. Здесь место под шкаф. Ну, отделение под гардеробное. Это как вашей душе будет угодно. Но окна, соответственно, ПВХ, батареи есть. Как вы видите, счетчики, выключатели, все как бы, лампочки все горят. Вот эта вот штука, знаете, не знаете, это вентиляция. Пока она в такой пластике, кого-то устраивает. Я в своей квартире, я тут недалеко живу, тоже в Юном покупал себе квартиру. Я поставил такую симпатичную, они недорогие, под дерево, уже под мебель, под обстановку. То есть вот такая вот. В принципе, квартира у нас получается. Самое достоинство, как бы, это цена, потому что квартира небольшой площади. Стоит именно вот эта квартира недорого. Сейчас похожу по коридору, рассказываю вам, что
что вообще вокруг происходит, какой классный коридор, как Северная компания делает, ну, внутренние помещения, подъезды. Это я вам все покажу. По квартире, в принципе, все вам объяснил, я думаю, все понятно. Домофон, соответственно, есть. Интернет, все заведено. Потом просто все подключите. Заключите договора там с провайдером там с каким-нибудь. Так, ну, идем дальше. Так, ну, смотрите, вышел я из квартиры. Вот такой вот коридор. Я считаю, что это круто для Рязани. Ну, кто знает, застройщик Северная компания. То есть, так качественно, ну, во всех жилых комплексах. Подешевле, подороже, не имеет значения никакого. Это вот лифтовые шахты, лифты тут Отисы, бесшумные, знаете, да. Так, нахожусь я на третьем этаже. Так, что еще тут вообще интересные, какие помещения? Так, я по-быстрому пройду. Это вот кто там, не знаю, любит покурить, или там что там, не знаю. На балконах сейчас что-то запрещают. Вот такая вот, вот такой еще есть штука, полезная такая вот. Лоджии там, не знаю, общие, где можно выйти и, соответственно, подышать свежим воздухом. Вот еще раз вам покажу двор. Вот так вот. Так, ладно, сейчас выйду еще за территорию, покажу вам магазины. Тут много чего интересного, сейчас вам порассказываю. Так, ну, двигаемся со мной. Так, продолжаем. Сейчас мы на первом этаже. Покажу вам, как... Ну, первый этаж, он такой показательный. Всегда вот и лифтовые, и шахты. Более качественно. Это вот почтовые ящики. Так, это, соответственно, видите, даже коврик при входе, когда вы заходите. Так, на первых этажах колясочные. Здесь велосипеды, коляски. Мамы оставляют, запирают на ключ, чтобы с собой не таскать квартиры. Потому что квартиры бывают побольше, а бывает типа вот это поменьше. Места мало. Так, мы выходим во двор. Это вот дом сам выглядит снаружи. Окна из этой квартиры, где я вам показывал, выходят вот на детскую площадку. Вот сюда мы с вами смотрели. А сейчас выйдем за территорию жилого комплекса. Сейчас там покажу, что вокруг этого комплекса видно. За мной. Так, ну смотрите, вышел за территорию жилого комплекса. Вот этот 5-6 очередь Юный. Тут такой вот классный парк, где можно погулять, походить, не знаю, там, посидеть просто на лавке, круто. Вот я сюда иногда прихожу, я живу вот в домах вон там подальше. Вот тут мы иногда тоже там гуляем. У вас в доме пятерочка, там, не знаю, там красное-белое, всякие пиво, хозяйственный магазин, много-много-много всего полезного. Плюс куча еще всяких магазинов вот на той стороне, на Семченской, в шаговой доступности. В ту сторону, где вам показываю круг 53-98 маршрутки, то есть все тут, в принципе, как бы рядышком. И все как бы удобно. А вперед туда, там детские больницы, ОКБ, клиническая больница для взрослых. Пожалуйста, все вот тут. Магазины, больницы, парки, воздух, перинатальный центр. Кстати, рядом тоже говорит об экологичности района. То есть мне здесь лично нравится, вам советую. Но если будет желание как бы посмотреть эту квартиру вживую, получить консультацию, звоните мне по телефону 8-910-973-33. Зовут меня Телков Сергей Валерьевич. Квартира недорогая, еще раз говорю. Небольшая как бы студия, 26 метров. Ну, денег она этих стоит. Как, в принципе, метраж небольшой, но и цена недорогая. Обращайтесь. До свидания.